В желании научить маленьких брещан чему-то новому и расширить их кругозор, проект «Библиотека и творчество» объединил два городских учреждения – Центральную детскую библиотеку и Центр дополнительного образования детей и молодежи. 3 года их сотрудники проводят мастер-классы, на которых ребята приобщаются к народному творчеству. А еще это хороший вариант проведения с пользой 6-го школьного дня. Учреждения образования следят за расписанием мастер-классов и специально привозят сюда детей. Этот совместный проект сегодня он и нам по душе, и детской библиотеке. Есть уже даже такие родители и бабушки, которые очень следят за информацией, когда будет следующий раз, и с удовольствием приводят своих деток на такие мастер-классы, потому что им интересно. Мастер-класс по керамике для юных посетителей библиотеки провела сотрудник Центра дополнительного образования детей и молодежи Анна Абрамчук. Вместе с наставником ребята приобщились к истории создания глиняных игрушек в разных странах и попробовали самостоятельно слепить поделку. Такие проекты, считают библиотеки, помогают привлечь юных горожан в читальные залы. И новая форма работы с читателями, и привлечение новых читателей в библиотеку, и показать, что библиотека – это не какое-то старое и грустное место, которое уже можно и пройти мимо, а это как раз то место, где можно прийти и принять участие в мероприятии каком-то, научиться чему-то новому. И даже когда папа с мамой приходят и вместе с ребенком, как вот в нашем проекте «Библиотека и творчество», что-то делают своими руками, потом забирают домой, ставят на полочку, и каждый раз, когда они будут смотреть на то, что они сделали совместно всей семьей своими руками, они будут вспоминать те чудесные моменты, когда они работали вместе. Мастер-классы в рамках проекта «Библиотека и творчество» проходят раз в месяц. И каждое открытое занятие привлекает новых участников. Причем ребята приходят вместе с родителями, которые также активно вовлекаются в творческий процесс созидания и познания нового. Я люблю рисовать. И что это? Это поделки делать, вот. Ну и все пока что. Ну ей нравится лепить. Она мягкая, ей очень приятно делать. И красиво получается, мне кажется. Ну, у меня. Я слепила рабочего коня, который любит работать. А почему именно рабочего? А потому что он пригодится на селе. Меня привлекает творчество, то, что мне нравится лепить, рисовать, всякие... поделки делать. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.